вопрос? Можно. Все, спасибо. Первый вопрос у меня. Соответствует, считаете ли вы, что имя человека соответствует ему? Не у всех, но соответствует. Не у всех, да? Ну как, допустим, нет долго детей, а ребенок родился, она его называет «выпрошенный у Бога», означает «Самуил». Девочка родилась светловолосая, называют Фатиня. Просто меня зовут Рамиль, мое имя означает, насколько я знаю, чудо. Ну, может быть, и так. Так, и вопрос еще. Как вы считаете, лучше ли слушать Священное Писание или читать? Что за вопрос? Вы можете слушать и читать одновременно. Если у вас нет, я могу вам скинуть, мной насчитано около 30 томов. Я это все знаю, я много роликов ваших смотрел. Я имею в виду, сейчас подождите, а то я мысль потеряю сейчас, что я хотел спросить. У меня разное зрение, у меня правый минус 6 глаз, левый минус 3 и астигматизм. Я не жалуюсь на жизнь, просто говорю как есть. Ну и поэтому для меня как бы лучше слушать. Конечно. Ага, вот. Ну все, вот это я хотел спросить. Все, извините, что потратил ваше время. Так вы не против, что если записывается и выставляется в интернет? Ради бога, пожалуйста. Так, это и все ваши вопросы? Ну пока да. На данный момент пока да. Все, с Богом. Ладно. Так надо, да? До свидания. Да ладно, с Богом. Хорошо.